Ульяновск стал ближе к Италии. 18 июня в нашем регионе открылась международная выставка «Мир во Флоренции, Флоренция в мире». Автором работ стал знаменитый итальянский фотохудожник Карина Дель Бьянко. В роли организаторов выставки выступили фонд «Ульяновск. Культурная столица» и итальянский фонд «Ромуальдо дель Бьянко». Благодаря экспозиции ульяновцы смогут узнать больше о жизни в Италии, осмотрев 14 фотографий Флоренции различной тематики. Эта выставка интересна своим контентом и технологией. Если говорить о Флоренции, то на этой выставке люди могут увидеть культурное наследие Флоренции, кухню, архитектуру, природные ландшафты. Каждый из триптихов снабжен специальным чипом NFC, Near Field Communication, и наводя свой смартфон на этот символ, человек погружается на сайт, где еще больше узнает о стране, если он интересуется Флоренцией. Слова благодарности в адрес организаторов выставки высказал Евгений Миллер, начальник управления внешних связей администрации губернатора Ульяновской области. Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, вы знаете, что последний год, даже чуть больше, нет возможности так активно путешествовать в зарубежные страны или принимать туристов. И мы нашли один из способов, один из форматов взаимодействия – это открытие фотовыставок. Первые зрители выставки высоко оценили художественную ценность и информационную составляющую фотографий. Тут представлена достаточно разнообразная информация о этом месте, от архитектуры, фотографий быта итальянского до пейзажей, очень красивых, которые, безусловно, представляют эстетическую и художественную ценность. Посетить выставку можно ежедневно. Экспозиция расположена на первом этаже отеля «Рэдисон». Вход свободный. Выставка продлится в Ульяновске до 2 июля. Далее посмотреть на работы мастера можно будет в других муниципальных образованиях нашего региона.